Привет, друзья, на связи Нубик-Кубик и... И Леди Леска, всем привет! Сегодня, друзья, мы с Леской будем играть в карту в Робоксе, которая называется «Ответь или умри». Смысл в том, что у нас есть такие вот, видите, у людей такие вот блоки, например, разные, и вот это наполняется. И так вот, у нас будут разные наверху высвечиваться вопросы, и внизу будет то место, куда мы можем написать ответ на этот вопрос. Там будут вопросы по типу, например, не знаю, назови день недели. Мы называем самый, как можно самый длинный, чтобы сколько как бы букв, настолько блоков вверх и поднимается. И суть в том, что чтобы тебя как бы вода не затопила. Вот в чем суть этой игры. Мне кажется, все очень даже понятно. Так, сейчас все поймут, да, Нубик? Да. Все, мне кажется, уже поняли. Там некоторые, наверное, уже даже играли в эту игру. Но вы, друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы. И я не знаю, какой-то вопрос надо задать, связанный с этим, с этим мини-геймом. Например, там, я не знаю. Два игрока тут борются за победу, за первое место. В общем, друзья, не переживайте, я буду вам переводить, но, может быть, некоторые из вас английский знают, но все же я буду вам переводить, чтобы было понятно, что там от нас хотят. И по пишите сути, в комментариях, ты... говори. Не знаю, самое длинное, самое длинное слово, которое вы знаете? Нет, я имею в виду животное, которое ходит медленно, и самое длинное название. Типа, короче, наверное, вы поняли. В общем... Самое медлительное животное, чтобы это было с большим количеством букв в слове. Да, с большим количеством букв в слове, там, например. Ну, которое еще при этом надо соблюдать то, что это животное медленно как бы ходит. Посмотри, какие глупости. Ты уверена? Я не побежу. Смотри, вода уже куда-то в небо. Я тебя уверяю. О, Леска, наконец-то скоро начнется наш раунд. Ура! Фух, Леска, друзья, оставайтесь с нами. Скоро раунд начинается. Леска, я... не позволю себе проиграть. Из-за этого я в любом случае должна победить. Нубик, ну я буду надеяться, что у нас это все получится с тобой. Леска, я этих нубасов переиграю на раз-два. Так, все, мы готовимся. Так, я буду, например, говорить. Популярный фрукт. Так, какой у нас есть фрукт? Например, Леска. Надо еще длинный ведь вспомнить. Так. Все. У меня арбуз. Я арбуз сказала. Так. У нас Леска тут, кстати. Леска, у нас одна девочка здесь одинаковое количество, поэтому... Так. Знаешь, Леска, на самом деле, я не знаю почему, но в английском языке они называют арбуз это фруктом, типа фрут. Да. А на самом деле арбуз это же ягода считается, поэтому да. Я арбуз и сказала. Так. На что я могу сесть? На что? Сесть на... Так. Ладно, наверное, все скажут стул сейчас, но... Ну, я не знаю, да, там что-то более длинное, но времени нет, на самом деле, на раздумья. Ладно, пусть будет стул, потому что это самый возможный вариант. Я тоже и думать самая. Я долго точно не хочу, хоть у нас и столько много секунд так, все так. Же есть. А я сейчас хочу подумать чисто, что я могла написать. Слушай, а потом время уменьшается, да? Думаю, дальше. Нет. У них вроде бы время не уменьшалось, мы же видели их вопросы. И время то же самое оставалось. Да, это просто да. Типа, это знаешь, что меняется? Меняется то, что вода начинает наполняться на больше блоков вверх. Так, пожалуйста, а где вот вопрос? Сейчас, вот мы ответим, и лава после того, как мы ответим, точнее вода, наполнится на 5 блоков вверх. Так, какой-то популярный спорт, в который играют в команде, я знаю. Так, а как это пишется, этот футбол-то? Футбол, типа, F. Ага, все, вспомнила. Я баскетбол написала, Леска, прикинь. Баскетбол. А, ну ты молодец, это у тебя очень длинное слово. А ты футбол, да, написала? Да, я футбол что-то подумала. Можно было так. Кстати, баскетбол достаточно там длинное название, волейбол. Поэтому... Мне, кстати, натуральный цвет волос. Я знаю. Джинджер. А я вот такой сделаю, если подойдет. Типа рыжий джинджер. Все, у меня... Наверное, многие напишут по типу black, там, blonde и все такое. Есть! А я тут рыжий. Я самое длинное слово написала. А ты какое назвала? Брюнет. Брюнета. А, да, точно. Ну, ура, ладно. У меня такие звездочки по экрану были первый раз прям. Слушай, а мне нравится этот режим, мне прикольно. Леска, тебе... Ты сказала, что тебе понравилось, только когда тебе звездочку вручили. Не, я просто начала как бы осваиваться, у меня вначале ничего не получалось. Так, назови еду, которая начинается на букву П. Наверное, многие напишут типа пицца, но... Так.
Так, думаю, эта девочка написала пицца, потому что у нее здесь 4 блока вверх поднялось. П. 4 пиццы это 5. А ты что написала? Паста? У тебя звездочки будут? Pineapple. А я думала, это приготовленное блюдо. Я думала, что... Нет, Леска, смотри, на английском food – это как бы любая еда, приготовленная, неприготовленная, да, прям любая. Уже. А вот, например, dish – это прям блюдо, такое прям блюдо, которое приготовлено и которое, ну, типа, уже подается, как в ресторане, например, и ты можешь его полноценно есть. Там. Ты пока лидируешь, да, я смотрю твой столбик сам. Походу, да. Пипец, так, then something you do. Что ты делаешь at school? Ну, например... Так. Учусь. Я попробую. Ну, типа, учусь, учеба там, стадинг. Так, а ты что пишешь? Я reading написала. Читаешь, хорошо. Сейчас тут будет наша ребенка подниматься вода. Так, какой еще следующий вопрос? Какое-нибудь предложение в social media. Я знаю. Инстаграм. Да, я TikTok написала. Леса, на TikTok это же очень даже достаточно короткое название. Да стыдопище, нупик, стыдопище. У-у-у, поднимается все. Так, продолжаем. Так. Давайте. Ну, Баса, мы с тобой тогда вообще в разных... Тогда 8 поднимется. Так, что ты можешь найти на пицце? Ты можешь найти... Вот тогда сыр я писала, я до этого когда готовилась. Я знаю. Я напишу... Вот sausage он не берет. Леска, это потому что там... Sausage это как сосиска, это не колбас... Чиз, типа, ну чиз, это... подошло. Видимо, все написали чиз, потому что у всех 6 блоков. А я написала типа... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 7 блоков у меня написано там... А что? Томейто. Какой-то... Фрукт, который... Красный. Ну, это может быть... Я как бы арбуз назвала, я понимаю то, что на самом деле арбуз это не фрукт, и это неправильно называть его как, ой, как ну фрукт. Класс. И это типа ягода, но просто если есть шанс, и он причем внутри красный, то можно назвать, почему бы и нет. Конечно. Так. Ждем следующий вопросик, пожалуйста, пожалуйста. Сейчас на 8 блоков поднимется вода, после того, как мы ответим на вопрос. Так, Nanopolar Electronic Device. Что такое? Так, типа наушники, я не знаю, там. Давай хедфон, спеши, нубик. Очень длинное слово. Да, я тоже написала. Я, кстати, об этом и подумала. Я просто, типа, думаю, Electronic Device, типа, что это такое вообще, не понимаю. Мне кажется, что все написали, потому что 10 блоков было. Слушай, у меня такое ощущение, что мы никогда не проиграем просто на самом деле. Потому что... Топпинг. Так, там что у нас? Кетчуп, да, обычно? Или майонез? Почему? Так, я пишу мастер. Ага. О, мастер это горчица, вот горчица. Я кетчуп написала, 7 блоков. По-моему, популярный ответ. О, у девочки, смотри, желтое у нее, походу, все, капец, скоро ей будет. Так, Нубаса. Так. Так, то, что ты ешь со своими руками. Обычно курицу может... так едят. Я опять ватермелон напишу. У меня 10 блоков, прикинь. Слушай, нубик. Знаешь, как сколько у меня блоков уже? 100. Я не смогла! Я сказала, тебе ничего не будет. Я не успела, я же печатала. Это совсем предатели, что ли, все? Почему? Одно из быстрых животных. Ну, так, я думаю, это гепард. Читер. Видимо, все читер сейчас напишут. Смотри. 7. Нубик, ну чё? Я не успела. Я хотела Watermelon написать твоим, воспользоваться словом. Пожалуйста. Леска тебя не убьет сразу, не бойся. Так меня догоняет. А ещё знаешь что? Знаешь, всего сколько у меня блоков? Вот у меня же есть этот стоп. У меня было вот это вот, как его называется? У меня была ачивка на то, что типа у меня уже 100 блоков есть всего. Так, months с 31... О, Лес, я не разбираюсь. Не разбираюсь я. Декабрь пиши.
Декабрь, все. О, у меня звездочки, самый длинный ответ. Да, у меня тоже нубик. Мне это звездочка. Не помогает. Посмотри на меня. Леска, с тобой ничего не будет сразу. Я не смогу нубик дальше оторваться. Леска, ты сможешь дальше, потому что... То есть от вас не сможешь, но тебя сразу не убьет. Так, что ты делаешь во сне? Наверное... Dream? А что я делаю? Типа... Сон у меня... Dream написай. Напиши, Dream. Сон. А, у тебя еще здесь... Нубик, я не смогу, меня накроют. Я написала Dream. Эх, Леска. На сколько блоков сейчас подъем? Я сейчас попрощаюсь, кажется. На 10 сон. Блоков. Goodbye, друзья. Леска, Нубик... ну хотя бы... Болею за тебя. Тут я еще две девочки. Слушай, так, а там первое, второе, третье место, да, получается? Да. Популярный овощ. Ну, я овощ. Популярный овощ. Что пишешь? Кукумбер, напиши огурец. Я начала уже огурец, кстати, писать. Кукумбер, достаточно длинный ответ. Да. И... Леска, у меня первое место! Поздравляю, я посмотрю, как ты дейсишь. Пойдем туда. Леска, я говорила тебе то, что я уверена в том, что у меня будет первое место 100%. Ну ты вообще молодец, а я немножко сомневалась, что мы победим, но на самом деле я за себя переживала, что я не смогу. Леска, Нубик, ты понимаешь то, что... Нубик, я думаю, пока... Наверное, будем заканчивать. Пора, друзья, потому что... Да. Это... Так, ладно, Леска, я не хочу сдаваться, поэтому я сейчас быстро тут напишу. Сатурдей. Это получается суббота, просто чисто, чтобы не отставать. И, друзья, так у нас сегодня получилось. Было очень весело и прикольно, да, Леска? Да. В общем, что я могу сказать? Прикольно. Пора, наверное, заканчивать. Всем удачи, хорошего настроения вам. И пока-пока, друзья. Всем пока-пока.